Этому девушки по нашему учебнику посмотрим на страницу 182, pagina 182, 182. Una serata speciale, sta qui text который называется так, una serata speciale, o oh, prilagate nel speciale, я понимаю, что легко, да, это легко думать, что speciale, это специальный, но это не специальный, speciale значит особенный, поэтому una serata speciale, это особенная вечеринка. Здесь у девушки есть планы. И, короче, хочет купить, хочет нарядиться как следует. И поэтому будет покупать много вещей. Начнем чтение. Марина. Stasera, quando esco dall'università, sì, faccio un giro per i negozi del centro e guardo le vetrine. Pagassio, pacusoccicami. Ogni вечером, когда вышла выйду из университета, sì, пройдусь по магазинам, да? Sì. В центре. И посмотрю вітрини. О! Oh. Девушки, вы, наверное, никогда не думали об этом. Но витрина – итальянское слово. От какого слова? От ветро. Ветро, стекло. От инстекленное, да? Бен, хорошо. Пока все понятно, тем более, что пока ни с такими стимами не использовались. Бен, Леночка? Ho deciso di comprare un vestito molto elegante e all'ultima moda per la notte di Capodanno. Capodanno, paga ciò. Я решила купить платье очень элегантное и ультра, ну, очень модное. И по последней моде. Sì? Да? На вечер дня рождения. Дня рождения, да. Compleanno. Здесь Capodanno. Новый год? На Новый год, ну и ночь. Бе, капо – это начальник. Ну еще, значит, голова. Хотя есть другой существительный. Теста. Ну, синоним. Ка – голова года. Новый год. Бе. Простите. Мы пока поняли, что она хочет купить платье. Поэтому уже понятно, о чем идет речь. О чем идет речь. Поэтому дальше она будет использовать соответствующие местоимения. По-итальянски vestito, платье, принадлежит мужскому роду, будет lo. Пожалуйста, Юлия. Un vestito speciale. Sì. Lo voglio di seta. Grigio. Sì. Scuro, leggero, sì, senza maniche e corto. Beh, state sopraggiungi gli stacchi platie. Platie особенne. No, speciale, особенne. No, non speciale, особенne. Voglio di seta e... Allora, non ci sono messi minia. Loca, per volta... Voglio. Это глагол. Очень важный. Мы же выяснили, что мы не говорим voglio, мы говорим vorrei. Ma она... И она сама себе говорит? Sì, она сама себе. Тогда понятно. Это не диалог, Это ее размышление. Вот сейчас вот мы вот это вот, а потом будем там везде voglio говорить. Его хочу. Из какого материала? Ре. Di seta. Из какого материала? Смотри на фотографию. Фотографии не помечу. Непонятно, что. Какой-то пленка. Блестящая на какой-то... Вабе, о, сета, мы изучали. Шелк. Из шелка. Из шелка. То есть его хочу из шелка. Си. Шелка и скуру. Grigio,
Гриджо, это цвет у нас был. Какой? Зелененький, что ли, какой? Нет, серебристые. Серый, серое, темно-серое. Темно-серое. Серое. Легкое. Си? Без? Смотри на рисунок, на фотографии, точнее. Без рукавов и... И короткая. Давайте вам уточню кое-что. Мы проходили цвета, помните, есть три категории. Те, которые меняются породы по числу, как гриджо. Гриджо, гриджа, гриджи, гриджи. Те, которые меняются только по числу, верди. И те, которые не меняются, роза, например, блу, не меняются. Бень, однако... Когда мы добавляем такое прилагательное, такие прилагательные, либо скуро, темное, либо chiaro, светлое, не меняются. А скуро ко всему, то есть скуро, боско, скуро, это тоже? Си. То есть все скуро? Си. Ба, помните, что еще такое скуро, буйо. Вот. Но есть разница, Но это не относится к цветам как раз. Буйо указывает просто на то, что цвета, света нет. Просто а здесь враг. Это... Это темненький такой, да? Оттенок. Ага. Бень, сейчас это ни при чем. Когда я добавляю такие прилагательные, не меняются цвета. Никакие цвета. Например, россо обычно меняется, да? Россо, росса, росси, россе. Я могу сказать. Una giacca rossa, le scarpe rosse, i guanti rossi, il cappotto rosso. Quindi se io добавляю scuro, il cappotto rosso scuro, la giacca rosso scuro, le scarpe rosso scuro, i guanti rosso scuro. И verde тоже не будет меняться. Ничего не меняется. То же самое для chiaro. Понятно? Да. Va bene. Marina, продолжим. Compro anche una giacca. Sì. La voglio di lana morbida. Morbida dello stesso colore del vestito. Sì. Значит, куплю и также пиджак. Женщина говорит, жакет. Да. Она здесь получается. Его хочу. Из шерсти, какой? Мягкой. Мягкой шерсти. Sí. Того же цвета, что и платье. Bene. Здесь тоже требуется уточнение, потому что на итальянском есть два способа, чтобы сказать мягкий, и они неравномернее. Один это морбидо, и второй это молле. Морбидо это мягкий, приятный. Смотрите на меня, как еще тут. Кайфую, А молле... Молле, это мягкий такой. Мягкий, слабый, То есть мягкотелый человек это молле. Можно кайфовать из от этого, потому что формаджо молле, это мягкий сыр. Но все-таки это не такой, Гладит мягкий сыр. Удовольствие не оттуда, То есть кот, он морбидо. Какой? Кот. Си. Он приятный. То есть, а молли это просто мягкий. Мягкий, слабенький, к склонности к бесформности. Желе. Практически. Va bene. Леночка. Ленотти... Простите. Поэтому здесь речь шла о жакете, la giacca, поэтому la. Bene, пожалуйста, Леночка. Le notti d'inverno sono fredde e mi serve qualcosa di caldo.
Ночи зимой холодные. Зимние ночи. Ночи холодные. Sí. И мне, нужно немного тепла. Кое-что теплое. Кое-что теплое. Бе. Здесь мы встречаем глагол «сервире». «Сервире» мы уже неоднократно спрягали. «Сервире» имеет три значения. «Служит», допустим. «Обслуживать» и «быть нужным». Поэтому «ми» «серве» дословно... Я нуждаюсь. «Мне служить», либо «меня». Обслуживать, значит, мне нужно. Mm-hmm. Bene. Таким образом не было местоимению у Леночки. Давай, продолжай. Poi le scarpe. Sì. Le voglio da sera. Sì. Mo le calze devo. No, minuto. Le voglio da sera. Mo le mo. Sì. Con i tacco altissimo. Sì. Так. Потом? Потом туфли. Sì. Их хочу вечерние. Вечерние из черной кожи sì. С высоченным каблуком. Bene. Видишь, какая. Vabbè, на новогодную ночь можно позволить себе такое. Поэтому речь здесь шла о туфлях. La scarpa, le scarpe, женский род. В множественном числе le voglio. Bene. O, на русском, на кабуке. По-итальянски с кабуком. Con il tacco. Altissimo, mi succede. Va bene. Dalce, Giulia. Le calze devono. No. Le calze devono sì. Essere levate. No, ni levate. Oi, velate. Sì. So, velate. Con una stella di brillanti sì. Sulla caviglia. Ne comprerò due. Udarigne. No, ne comprerò sì. Due paia. Bene. Bene. Oh, vi знаете, что calze это либо носки, либо чулки. Здесь это чулки, Чулки должны быть. И посмотрим на это прилагательное. Velato. Прилагательное velato происходит от существительного velo. Il velo это вуаль. Тонкие, полупрозрачные. Чулки должны быть тонкие. С чем? С стелла ди бриллианти. Стелла, что значит? Звезда. С звездочкой. Здесь звездочкой. Из чего? Навряд ли. Смотрите, что бриллианты. Подождите, именно. Поет. Поет. Поетками. Sí. Sí. Нифига себе. На щиколотке. Кавилья. Кавилья щиколотка. Надо думать о том, что бриллианты, перед тем, как стать существителем, бриллиант, был прилагательным от глагола brillare, блестят. Brillante значит блестящий. То есть должны быть блестящие? No. С должны именно... Блестками на щиколотке. Которые образуют звездочку. На щиколотке. Бе. Переводи до конца. Сейчас на щиколотке. Не. Comprerò due paia. Не... No, это местоимение, это не наречие отрицания. По-русски не требуется такое местоимение, но если хочешь привести, это их куплю. Их куплю две пары. Две пары. Речь идет о количестве две пары. Две. Числительное, точное количество. Bene. Марина, все, спасибо. Марина. Poi cercherò i guanti, sì. Li voglio molto lunghi. Sì. Non vedo l'ora, sarò
Altissima. Beh. Какая? Какое у нас явление-то, а? Потом... Поищу. Искала, поищу перчатки. Си? Они... Их? Их хочу очень длинные. Такие, а? Да. Allora, здесь не надо перевести дословно, иначе не фигню получится. Allora, это фразеологизм. Non vedere l'ora, не видеть часа, значит, ждать, не дождаться. Non vedere, в инфинитив, non vedere l'ora, значит, ждать, не дождаться. Поэтому жду, не дождусь, да. Буду... Буду... Ну, да. Элегантнейшее. Элегантнейшее. Beh, vabbè. Речь шла о перчатках, по-русски перчатка женский род, в итальянский мужской род guanto, их два, guanti, поэтому li, их. Va bene. На основе прочитанного текста, на следующей странице, pagina 183, сделаем вторую часть упражнения А, где начинается. Марта компрера. Марта купит. Кто сказал, что она Марта? Сейчас мы узнали. Марта компрера. По очереди. Какой первый предмет одежды, который она купит? Un vestito, поэтому запишите un vestito, и потом две точки уточнения. Lo vuole? Цели роман мне не нужен, достаточно одно определение, допустим, из шелка. Lo vuole? Di seta. Lo vuole di seta. Bene. Юлия. Это я помню, сейчас, секундочку. А, потом она пиджак хотела купить. Sí. Так, платье очень элегантное. Lo voglio. No, все, мне это уже закончили с платьем. Сейчас надо сказать, что... Lo voglio di... No, минуточку. Надо сказать, Марта купит жакет. Marta comprerà. Marta comprerà. Jacket. Comprerà una giacca. Beh, due tocce. Io хочет. La voglio di. No, хочет, не хочу. È già написано. Ni tam, a на следующей странице. La vuole. La vuole al nuovo predellene in nato stile roman lana mor is di lana morbida beh, Marta comprerà una giacca, la vuole di lana morbida. Bene. Marina, пожалуйста, третий предмет. Марта comprerà le scarpe. Sì. Le vuole di pelle nera. Giusto. Le vuole di pelle nera. Marta comprerà le scarpe. Le vuole di pelle nera. Bene. Четвёртое. Леночка. Так, а что четвёртое? Чулки. Так, чулки не comprerà. Минуточку. Она потом уточняет, что купит две пары, но сначала говорит, что хочет купить кальцы и хочет полупрозрачнее. Le vuole levate. No, levate. Ты неправильно произнес. Levate. Но это смешно, потому что левар это снять. Хочет их снять. А может, вот, значит, не все так страшно. Снять здесь даже не очень правильно звучит. Левате. Левате.
Allora, снять это togliere, либо levare. Поэтому levate это причастие в женском роде. Сняти. Вот вы теперь стали говорить по-итальянски. С показыванием этого жеста. Снять что-то, да? Да, снять что-то. Но не так, снять именно себя из со стола. Допустим. Allora, поэтому, четвертое было так. Marta comprerà le calze e le vuole velate. Julia, a piatti bie pro ciulchi, поэтому, первое участие, один будет. Marta compra le calze, не написано. Знаешь, что речь идет о количестве. Как раз надо сказать, их купит две пары. Не? Не comprerò. Не я. Не compre... Nella prossima città tu sei napisana, ne comprerà sì. Due paia. Bene, ne comprerà due paia. Bene, e Marina ti vie a per chatkach. Marta comprerà i guanti. Sì. Li vuole. No, li voglio da io faccio, Anna Coce. Li vuole sì? Molto lunghi. Li vuole molto lunghi. Bene. Ok. Zelem sleduše upražnjenje. Gdje Marta razgovarjava sa svojim padrugoj. Padruga zadaje od vaprosi, Marta atvičajt. Prosibija, a sibije. Pa je tamo... Практически это повторение того, что мы читали. Надо просто отвечать на вопросы первого лица. Леночка, читай первый вопрос. Чао, Марта, дове вай до пола лицо, не? Си? Андро? Андро, когда-нибудь в будущем. Иду. Ладо? Си? И не годцы? Diela Krug pa magazina. Vado un giro. A fare un giro. Po magazina. Po. Po. Za. Dlia. E da din predlog. Per. Sì. I negozi. Per i negozi. V centre. Al centro. In centro. Beh. Vado a fare un giro per i negozi in centro. In centro. Vado a fare un giro per i negozi in centro. Bene. Giulia, citai il secondo вопрос. Vuoi comprare qualcosa? Però di? Sto хочешь? Хочешь купить? Что ta? Da хочу купить платье. Хочу. Si comprerà. Хочу. Si voglio. 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 Купить? Comprerà. Купить. Уже инфинитив. Per spiegare il modale, главo, второй главo, terzo инфинитив. Купить. То есть, compra. Подруги, она тоже, можно сказать voglio, а не vorrei. Да, потому что в момент, когда... У тебя спрашиваю, хочешь? А тогда вот уже допустимо. Спросил. Compro. Voglio comprare. Когда спрягаем данный глава, второй глава остается в инфинитиве. Прямо как на русском. Хочу купить. Voglio comprare. Comprare. Платье. Сейчас. Просто платье, она же хотела там... Пока платье, потом будет все остальное. Un vestito molto elegante. Va bene. Voglio comprare un vestito molto elegante. A ti, Pier, будет уточнение, Marina. Come le vuoi? Lo vuoi? Lo vuoi? Его хочу. Lo voglio a 17. Sì. Grigio scuro. Insomma, è già достаточно. È a мужчина, мне уже надоело. Beh. Beh.
подружкой. Возьми деньги и купи, что хочешь. Бе. Какой хороший мужчина. Бе. Дальше. Comprerai altre cose? Переводи. Ты хочешь купить что-то еще? Мадана, два глагола нет. Купишь? Купишь другие вещи? Си? Останови женщину. Си. Си, конечно. Vorrei comprare un giacca? No, 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 l'anna. Scarpe. Le scarpe, bene. Sì, vorrei comprare le scarpe. A как же женщина без такой покупки? Она сумку не купила, я задумалась. Борсу-то она не купила. Она возьмет... Не надо. А как же? Четки запихнет. Да еще потеряет потом где-нибудь. Va bene. Le scarpe le vuoi con il tacco altro o alto, alto o basso? Beh, prevedi? Tufli ich tufli. Ich hoćeš na caboclo ili na visokom? Visokom caboclo ili niskom? Na caboclo. Bene. E abbratite in mano una costruzione. Le scarpe, туфли, le vuoi, два раза есть да, прямое дополнение здесь. Первый раз выражается посредством существительным с артикулем. Le scarpe, туфли. А второй раз выражается посредством форма атона. А почему? Потому что, как я уже неоднократно вам говорил, по-итальянски, прямое дополнение ставится после глагола. Джованни ама Мария. Мария ама Джованни. Помните такие предложения, да? Иван любит Марию. А это не значит Марию любит Иван, значит Мария любит Ивана. Прямое дополнение ставится после глагола. И я советую вам всегда составлять предложение таким образом. То есть как прямое дополнение ставится после глагола. Но итальянцы не удовлетворяются этим способом. Они тоже иногда хотят ставить, как здесь, прямое дополнение перед глаголом. Можно. Но между ними тогда, если вестите себя таким образом, надо ставить соответствующее местоимение в винительном падежа. Это Мария любит Ивана. Но если мы хотим сказать Марию любит Иван, можно. Мария, запятая, ла ама Джованни. Марию, ее любит Иван. Если я ставлю прямое дополнение перед глаголом, между ними надо ставить соответствующее местоимение винительного падежа. Ужас! Вот почему я советую вам ставить всегда прямое дополнение после подлежащего, после глагола. Но здесь составили предложение таким образом, пожалуйста, допустимо. Тем более, что нередко итальянцы прибегают к этой системе. Так, ответить я должна волю ли... Их? Хочу? Ле волю. Си? Ле волю. Там она, по-моему, высоченная. На висок. Да. О, уже написано в вопросе. Уже написано на вопросе. Ты не туда смотришь. Molto lunghi. Неправильно. Там есть два перчатка. Смотри на ватри. Il tacco alto. С. Con il tacco alto. Bene, le voglio con il tacco alto. Altissimo. Altissimo, даже. О, кстати, я вам это не уточнил, но такие местоимения ставятся перед глаголом, Voglio comprare una giacca. Хочу купить пиджаки. La compro rossa.
Вот такие местоимения ставятся перед глаголом. Bene. Marina. E guanti, le voglio lunghi. Li vuoi? Li vuoi lunghi o corti? Bene, questo c'è esame. Stabili, after lucemica, stabili, prima da panini per la gola, paetamo, miestru, prima da panini, vidi successivitelnava, e la gola andava a stare, se tu stu scemistimini, venite a vedere già, perciò, i coscini, e le carotti. Atvet? Li voglio lunghi. Bene, bene. То есть, если без вот этого всего, то нужно было спросить вои и гуанти. Лунги о корти. Так, вопрос было бы проще. Был бы проще. Va bene. Леночка. Сарай molto elegante. Sì, certo, sarò. Так нельзя сказать? Этим. Это. Прямо до панины допускается. По-русски это этим буду, по-итальянски это буду. Это. Си, черто, ло саро. Ло саро. Зараза-то какая. Извините. Va bene. Либо, non vedo l'ora. Жду меня, ждусь. Вот еще какой ответ. Va bene. Dacci una serie di stranizze, pagina 184, nacodi metti tablizzi smatriti. Questo vestito è, anzi, citatevi, Giulia. Questo vestito è all'ultimo moda. Po paslenno i modi. Dacci, ciò ti bie? Questa modello. Questo. Questa modello. Questo. Questo sì. Modello è di moda. Bene, di moda значит... Fa moda, proprio. Fa moda, modna, eh? Bene. Questo core... No. Colore. Questo calore... Colore. Oh. Questa colore... Questo. Muscina. Questo colore... prima è... Questo colore. Questo. Questo colore. Bene. È fuori moda. Beh, fuori moda da slovna vnie modi. Vnie vremeni. Ma sì, vnie vremeni, cioè ustarevši, ušeši iz modi. Beh. Dalše. Eta preždevremena, потому что будет 12 урок. Посвященный именно к этой теме, но уже заранее подсказывает вам два способа, чтобы образовать превосходную, абсолютную превосходную степень прилагательного, либо посредством наречия, либо посредством суффикса, они равномерны. Пожалуйста, Марина. Questo vestito è molto elegante. Либо справа. È elegantissimo. Bene, a noi tocca. Liba skaže oči, kako na, kako na ruska, mezdo proče. Liba oči elegante i liba elegantnije. Bene. Prađaj, pažasta Marina. Questo vestito è molto leggero. 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 Liba. Leggerissimo. Bene. Конечно, вам будет проще сказать, использовать наречие molto. Beh, e ciò dalce, pacesta? Questo vestito è molto corto. Bene. È cortissimo. Beh, dalce, Lenoška? Questa giacca è molto pesante, pesantissima. Sì. Calda e caldissima. Sì. Morbida e morbidissima. Morbidissima, va bene. E dacia bratite le mani. Ho deciso di iarishila di comprare, kupit, paetemo decidere, znači rešat imena smisli prinjati rešenje. Isposita toka sa vtarim glagolam i upravljenje eta predlog di. Ho deciso di comprare iarishil kupit
qualcosa di speciale, что-то особенное. Только по-итальянски, видите, что требуется еще «ди», «qualcosa di», как будто скажем «что-то особенного», «qualcosa di caldo», «что-то теплого». Родители мне, потому что требуется, когда мы скажем «qualcosa». Что-то элегантного. Sì, dословно, так, красиво. Что-то элегантное. Va bene. Либо ho deciso di comprare un paio, paro, e ti sposa tocca когда эти штучки продаются в паре, un paio di guanti, перчаток, calze, чулков, либо носков, scarpe, ботино, туфли, occhiali, очков, orecchini. Orecchini, что-то такое? Странно, пару очков. Ну, их два. Одна и вторая. Раз, два. Я понимаю, ну их как-то по отдельности. Может быть, ты одноглазый. А что такое орекини? Смотрите, сами поймете. Орекио. Орекио – это ухо. Орекино? Наушники? А, серьги. 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 Тут у нас все говорят. Маринка спец. Бикини и все остальное, и браслеты, как они там у нас называются. Ой, еще одно на итальянское существительное. Браччалетто. От браччо. Рука. Браччо. Ой, напишу. Чиолетто. Но, да, напишу. Браччалетто. Браччалетто. Браччеллини, что такое? Бабочка? Брачеллини. Бабочка? Брачеллини? Да. Такого нету. Нет, но это название сумок, нету перевода, да? А, это да, я не знаю. Каждый может придумывать что угодно. А как бабочка? Фарфалла бабочка. Фарфалла бабочка. Bene, ho deciso di cambiare vita. Я решил поменять жизнь. Ho deciso di cambiare lavoro. Поменять работу. Они связаны. Va bene. Девушки, сделаем еще упражнение C. Где есть прилагательные антонимы. Freddo, холодный, caldo, теплый, жаркий. Кому? Юли. Юли. Leggero. Sì. Tac. Gli occhi. Gli occhi. I... Scu. Niente. Ti agiolina, Danetti. Pesante. Pesante, ti agiolina. Sì, spasiba. Stretto. Sì, spasiba. Marina? Stretto. A stretto è Thomas. Uschi. Uschi. Largo. Largo. Beh. Lungo corto. Lungo corto. Elegante. Stesso ci segna 10, eh? Elegante, sportivo. Verne. Chiaro? Светлый, темный. Va bene. Пока все. Ну, no, можем... Нет, пока нет. Возьмите, пожалуйста, наш тетрад. Нашу тетрад. Сейчас. Начнем делать уроки по тетради. Значит, а pagina 127 надо отвечать на вопросы, используя соответствующими стимениями. Вините на падежа. На самом деле здесь пока только три таблица, как мы пока только три таблица используем. То есть ла, ло, ли, ле, не. Обратите внимание на образец. Prendi un caffè,
Випиш кофе? Си ло прендо волентьери. Да его кофе, мужской род. Випью с удовольствием. Бен, Леночка. Prendi un bicchiere di vino. Sì. Sì, lo prendo. Точка. Bicchiere, lo prendo. Речь не идет о количестве. Есть указание емкости. Но я спрашиваю именно про емкость. Mm-hmm. Не про вино. Mm-hmm. Бен. Prendi una pasta. Sì, пирожок, eh? Съешь пирожок? Пирожок. Си пре местоимение. Си ло. Но не ло. Си его. Пирожок по-русски это мужской род, а по-женски на итальянском как он? Си ла прендо. Бе, на итальянском надо думать, Бе. Prendi un cioccolatino. Ciò? Cioccolatino. Ah, вот. Un cioccolatino? Sì. Sì, lo prendo. Bene, bene. Mi sono stata in diretta. Prego. No, no, tira. Леночка. Терпеть не могу. Prendi una birra, но... No. Двойное отрицание. Non, ne... No, 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 речь не идет о количестве. А, non la prendo. Sì. Una – это неопределенный артикул, не количество. А, я вдруг. Prendi una birra, no, non la prendo. Конечно, можно оказаться, No, non la prendo. Тогда двойное отрицание. No, запятая, non la prendo. Bene. Prendi un gelato? Sì. Sì, lo gelato. Oh, sì, lo prendo. Не хочешь оказаться в мороженом? Нет. Нет, в каком случае? Окей. Печенье, тоже я не откажусь. От желато, но... Никто не заставляет тебя оказаться. Prendi un biscotto? Sì. Sì, lo prendo. Lo prendo. Bene. О, это для тебя, Леночка. Как раз. Все вообще просто. Lo prendo. Sì, prendi un aperitivo, sì, lo prendo. Prendi una bibita fresca. Это что? Бибита. Свежий напиток. Бибита – это напиток? У нас есть два способа, чтобы сказать напиток. В смысле, свежий – это свежевышний сок? Нет. Но, в смысле, это измеется в виду, нет, это не свежий, освежающий. Бибита. У нас есть беванда и бибита. La bevanda è любой напиток, в том числе и вода и вино. Ok? Bibita используется особенно для освежающих, для газированных. Короче, это лимонад. Понятно. Но la prendo. Bene. Газировка, лимонад по-русски будет. Вредно. La Coca-Cola, la Sprite, la Fanta sono bibita. Bibita. Короче, напиток. А это любой напиток. Да, в том числе и эта гадость. Бибита. А это газированный бибита. О, сок де фрукта. Марина, как раз. Prendi un succo di frutta? Sì. Sì, lo prendo. Bene. E da bolli è palese, eh? Prendi una caramella. Non no, non la prendo. Vuoi
io. Non la voglio, sì. No, non la voglio. Prendi una spremuta. Beh. Svegi imen. Spremere ta vigimat kakras. Spremere ta vigivat. A bilio тоже? No, no, это выжимать именно цитровый. Sì, la spremo. No, no, non la spremo, я не выжимаю сам. Возьму, выпью. Sì, la... La cosa è da prendere, non spremere. La prendo. Sì. Mi piace il bar, si sa casa, no, è da capo, ci mi san. Oggi tu ci mi san. Io ne ho avuto. Ok, Marina. Ma... Prendi un cognac? Sì. No, 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 lo prendo. Va bene. Девушки, достаточно запишите домашку, поэтому на этой же странице, pagina 127, pagina B, то же самое, и на вопросы уже будут и ответы. No, no, niente, то же самое. Da quanto tempo frequenti questo corso? Сколько времени ты уже посещаешь этот курс? Скобка, ответ, un mese, di mese. Lo frequento da un mese. Его посещаю уже месяц. Курс, его. На следующей странице упражнение, то есть на странице 128, упражнение «Чи». A chi regali questa cravatta? Кому подаришь этот галстук? Mio padre. Какие регали в этой кровати? Какие регали в этой кровати? Так, перевод не очень правильный. Потом расскажу. Скобка. Mio padre, мой отец. La кроватка, по-итальянски это женский род, la regalo mio padre. Его, по-итальянски, ее подарю своему отцу. Окей? И часы мы тут на переводе. Еще упражнение D. Dove fai la spesa? Где ты делаешь покупки? Скобка. Супермаркет. Супермаркет. La faccio. Покупки по-итальянски, ну, по-итальянски это женский род. Единственное, ci sa. La faccio al supermercato. Их по-итальянски io делаю в супермаркете. Окей? Да. Va bene. Девушки, будем тренироваться еще, Грация.